спаси меня от времени и ран. Укрой меня соленою волной. Всегда ты знал, что друг я твой. Мы будем вместе берега искать, чтоб горизонта линию понять. Пусть манит тайна новой глубины. Мы виноваты только без вины. Там, в глубине, рождаются штормы. Небо смешает. Хоть небо, хоть земля, храни меня от самого себя. И чайки не случайно надо мной, они все знают, что там за волной. Любовь моя, я сам себя спасу, диеты вам руками удержу. И ветер ниоткуда налетел, пойми меня, ведь я так не хотел. Рождаются штормы, небо смешало с черной водой. Уже все равно, кто мы, что мы, лишь бы с тобой. Тел до боли губы жал, ночами я следы надежды искал, по берегу ходил или бежал, но сам пропал среди высоких скал. Дай мне огня, чтоб шепот губ согреть, она зовет иначе сердцу смерть. Мой океан, ты эту вечно спил, и корабли с любовью ты топил. Рождаются штормы, небо смешалось с черной водой. Уже все равно, кто мы, что мы, лишь мы с тобой. Удивила Лёша. Ой, Алексей Петрухин, если вы только что к нам присоединились, сегодня нам дарит свой концерт, свое выступление. Спасибо. Слушай, ну такой музыкальный материал, он даже не для концертного зала, он прям для стадиона, чтобы был вот не танцующий, а прыгающий партер. Вот, вот такой вот. Вообще. Ну, я очень люблю рок, конечно же, и в юности-то мы поиграли, это нормально там. И поэтому всегда мне хочется что-нибудь и роковое сделать. То есть вот «Океан» такая, ну, роковая история. Так, Надежда Бабкина там «А-та-та» не получил ты за такое? Она говорит, нет, тому я тебя учила. Надежда Георгиевна говорит, молодец, правильной дорогой идешь. А, ну. Да. За что, что заслужит уважение? Она всегда идет в ногу со временем. Она такая экспериментатор. Конечно, даже конечно. И в своем классическом жанре она там это все что-то такое. К вопросу о стадионах. Ты же, у тебя сейчас прошел большой тур по Сибири. Нет? Да, было такое. А, да.
Концерты были по Сибири. В марте у нас был... Хорошо люди ходят на концерты. Да. Хорошо, да, хорошо. Хорошо принимают. Отлично. Вообще, я очень люблю Сибирь, и когда мы едем в Сибирь, я прям очень радуюсь. Но так совпало, что там как раз концерты были, и еще концерты между... вот 11-го мы, допустим, Новосибирск отыграли, 12-го выходной, а мне надо было там в Москву прилететь, здесь концерт. И я всю неделю летал постоянно. Москва, Сибирь, Москва, Сибирь. А не тот ли человек тебе выстраивал логистику, который вот после журавлей гуси поставил, нет? Александр Чебанов, мой директор, да. Именно он здесь, он сидит, он немножко кепочку надвинул, вот так вот, что это не я. Человек логистики, бог логистики просто, все сделать, чтобы артист не расслаблялся, чтобы тонусе. Туда два часа, четыре часа, Новосибирск. Четыре с половиной. Там еще и разница в этом самом. На что сюда приехал, мешком по башке. Ну, может быть, от этих полетов как раз вот и родились, и гуси. Нет, там ничего не рожает, там на самом деле просто... Ну, все летающее. У тебя ощущение просто самолет, ночь, сон, концерт, и опять то же самое. И там 10 дней я просто пребывал в каком-то... Где же свет? Пауза перед летом или еще сейчас будут какой-то тур? У тебя же обычно какие-то летние еще есть. Да, мы... Летом у нас будет и Саратов, и Самара, и в Москве обязательно будет концерт. Юлька, к тебе заедут, видишь? Вот. А я 1 июля поеду туда. Вот, и сходишь на Алексея Петровича. А сейчас время такое именно для написания песен. Вот. Сейчас пишу очень много. Нет, главное так это... По зернышку, знаешь, и весь двор, так сказать. Ну да, конечно. Так.